Друзья, всем привет! Сегодня я решил провести необычный конкурс красоты. Вот соорудил такой небольшой мини-подиум, да. Только участницами конкурса будут не двуногие красотки, да, а красавицы из царства суккулентов Хаворти. Выбрал чисто на свое усмотрение 5 Хаворти. Вот, буду вам представлять в совершенно произвольном порядке. Ваша задача запомнить ее номер, ну, в каком она участвует в конкурсе, да, я буду объявлять. И потом в комментариях написать, кому вы отдали бы первое место. То есть вы будете самые, можно сказать, строгие и неподкупные жюри, мои зрители. Итак, под номером 1 на сцену приглашается, ребята, это Хаворти ладьевидная. Вот такая вот красотка. Так, под номером 2, ребята, на подиум приглашается Хаворти ритуза. Под номером 3 совсем еще юная, это терковидная, ребята, Хаворти. Похоже, лапки, как будто у нее лапки паука. Вот такая малютка. Под номером 4. Это, наверное, самая уже в возрасте участница, ребята. У нее уже очень много деток было. Это Хаворти лимифолия. Мамочка. И под номером 5. Это, ребята, Хаворти Мунстоун, лунный камень. Так что жду, ребята, ваши ответы. Пишите в сообщении или название, которое, ну, я вам называл растение, или номер ее. Потом я через какое-то время подведу статистику и выложу видео по результатам вашего голосования. Всем пока-пока.